Gato mueve, mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato, mueve. Итак, всем привет, ребята, с вами Император Prime, командир клана Reigns. И сегодня у нас вот опять очередной бой на М60, то есть танк, который дают за... глобалку, надо войти в 30 тысяч игроков, вот, который там опыт накапливается. И тем не менее, сейчас я вам покажу один из шикарных боев, я думаю, вам понравится, вот, потому что бой стоит того. То есть именно здесь тактика на этом танке вообще не та, которой там привыкли, то есть это ездить, светить, так как обзор охренительный. Ну, пока у меня 4-й пер, там не докачан, но 495 обзора пока есть. То есть, самому себе светишь, настреливаешь сдалека, снаряды летят, ой-ой-ой, как круто. Но сейчас, в общем, короче, поедем, скорее всего, вот на правый фланг уже рванула целая толпа. Ну, а что нам еще остается, мать ее? Как всегда, в команде ракованы, инвалиды, блин. И в конечном результате мы сейчас поедем, скорее всего, наверное, на левый фланг. В сторону Мауса. А что, у нас все бросили нахрен? И нету никого, твою мать. Так что придется нам воевать, танковать. И, короче, еду я по берегу. А тут опа, и тут пацаны, смотрите, только... просто классная пушка. Почему не играть, не наслаждаться такой гребаной классной пушкой? Вы видели скорость снаряда? Моментально, моментально. Видите, даже сотка не успевает стрелять. Почему? Потому что нафиг вот такая фигня происходит. Смотрите, на. Я только нажал на кнопку, и уже снаряд уже все в цели. Потому что тут в районе 1500 метров в секунду летит снаряд. Это просто пиздец как. Это очень быстро. Быстро. И смотрите, что происходит. Мы с Маусом просто вдвоем. Все, стоит сотка, стоит лев, стоит ВТХ, короче, там. Вот. То есть, хули, два человека несчастных, да? И то, они могли задавить нас, зарашить, в первую очередь, меня по фокусу отработать. Все, нету М60. Хули, дырявая хрень, короче, корпус, и я подправился в ангар. Прячусь здесь от арты, так как знаю, здесь она хреново закидывает. И начинает танковать, смотрите. Не пробил, мать твою. Просто заехал на бугорок, и у меня уэна слегка не хватило, и попал в башню этого. Переключаюсь на голду, потому что здесь танковать и играться против сотки, в щеку там выцелять, это не то. Сотка, смотрите, без урона. Без урона. Конечно, 235 пробития слабовато. И я, получается, танкую против ДТ. Еще, смотрите, еще и подтянулся гусь. Ну, это пиздец просто. 4 танка. 4 боятся двоих. Я такого не видел. Чуваки, если вы будете смотреть это видео, которое играли на сотке льву на ВТ, вы днища. Вы днища. Сука, инвалиды вы тупые. Но, тем не менее, я разбираю сотку. Танкуя на М60, СТ танкует против ТТ. Ну это просто охеретька. Естественно, боятся Мауса одного, но тем не менее. Можно же забрать? Можно. Забираю льва. Минус, смотрите, еще тигр. 5 танков, 5 танков двоих боится. Это даун. Ну уже не 5, уже их опять трое осталось там. Вот, но... у нас, у нас Чип и Дейл, блядь, подъехал. О, решил я тут зарашить как-то, вот, короче, а потом понял, что не, лучше нахер не рисковать. Мне повезло, что я от Тигра второго получил фугасом на 62, смотрите, внизу просто пиздец, 62. Выцеливаю, выцеливаю. И еще плюха. И Т-34 наш коричневый ублюдок в ангаре. Еще плюха сотки. Просто сотку ушатаю, как ну, ракована. Ну, давай. Рандом слабых не любит. В ангар. 4000 дамага.
Дальше. На, пацанчик. Ну давай ты. Ну что ты сделаешь теперь? Давай еще. Ну-ну-ну-ну-ну. Все, иди спать. Третий готов. Третий фраг. 4, блин, 600 дамага, можно сказать. Этот все фугасом не нравится. Так, не пробил я. Че нам тут играться? Поехали, 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 поехали. Просто смотрите. Еду на ходу, смотрите. Вот так, бух, на ходу. Этот все по 36 рублей. Уже почти 5000 дамага. Твою мать, это... Ну вы сами понимаете, что это жесть. Вытанковать на танчик вот так вот. И все благодаря чему? А я вам скажу благодаря чему. Благодаря скорости полета снаряда быстро, что вы просто играете в качельки. Четвертый фраг. Вот вам уже почти 5600 дамага. Вот, то есть вы выехали за угла, выстрелили с вертухана, резко назад закатились, так как и вперед, и назад скорость не маленькая. И, конечно же, четкая пушка, стабилизация, вот, хотя нету брони. Хотя я всегда говорю, если у вас нету пушки нормальной, у вас нету ни хрена. Пускай вот эти новые японские танки, там, чито, ото, охото, а я то, блядь, хуито, вот эта всякая параша, блядь, тайп 5, да, там. Броня есть, ХП есть. Пушки мне не понравились лично. Такие ублюдские какие-то. Смотрите, стоят танкуют. Смотрите, что делаю я. Выезжаю на Мауса. И смотрите. Смотрите, чувак стреляет, просто не пробивает. Не пробивает. Тем не менее, я сажусь в щеку и даю его плюху. И стою как бы дальше. Теперь эти герои, все, поехали его лупить, так как, ну, пушки покрутые. Еще плюх. Откатываюсь. Ну, уже не успели забрать, наверное. Успеваю забрать, парни. Ставим лайки, твою мать. 6400 дамага. М60 тащит, нахер. Танкует против, блядь, десяток, нахер. Маусов, соток, нахер, блин. Вот там, львов и всей хрени. Вы сами видели. Кому понравился бой, ставим лайки однозначно. Вот. Так что, кто будет на четвертой кампании, советую этот танк М60. Так что, с вами был Император Prime, смотрим результаты. Естественно же, как пацаны тащили, блин, и кто затащил этот бой. В общем, смотрим результаты. Ну что, ребятушки, у нас по результатам основной калибр, это однозначно, и бабки не ходи. Конечно, хреново, что мастера не дали, но тем не менее, ничего страшного. Результаты. Как всегда, Prime в топе. Нет у меня слова. Днище, как всегда, блядь, нихера не делают, нихера не тащат. Это с таким бомжовым дамагом, короче. Просто вот так вот вытащить. Смотрите, опыт. Все, все, все в ажуре, все нормально. Ну, конечно, минус тут 17 пришлось на голде. А че против танковать, блин, ББХами, блин. Я синхрен против тяжелых, блин. Вот так вот попал я, блин, в такую передрягу. Так что, парни, кому понравился бой, подписывайся на канал. С вами был Император Prime. Всем удачных нагибов. Всем пока.